Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я только что проснулась, точнее, я проснулась час, даже полтора назад, собиралась к стоматологу, сделала макияж. Я так хотела спать, потом увидела уведомление, как мне стоматолог написал, давайте перенесем на час позже. Я настолько обрадовалась, легла и поспала еще часочек. Я бы, честно, с удовольствием поспала еще час, но я понимаю, что уже потихоньку надо двигаться. Я уже с макияжем, кстати, в этом новеньком худи, который мне подарил на днюху Инаса. Он невероятно теплый, чуть позже вам его полностью покажу. Сегодня, значит, мы наконец-то отпиливаем мне зубки. Все не настолько критично, как вам кажется. Я уже видела макет, я уже знаю, какой результат у меня будет. Поэтому все не настолько страшно, как мне пишут в комментариях. Я буду делать, кто не в курсе, вверх. С цветом я до сих пор не определилась, но плюс-минус знаю, чего я хочу. Знаете, какая у меня сейчас мечта? Чтобы врач написал, что давайте не в 11, а в 12. Я еще час посплю, потому что ночью я спала всего 3 часа. Я просто умрываю. Как же все-таки мало мне нужно для счастья поспать еще часок. Так-то я уже при параде, я уже при макияже. Осталось только губы накрасить и все. Погода на улице просто космос. Светит солнышко, такое ощущение, что лето. Прям можно в худи идти. Ну, я, естественно, надену что-то теплое, но очень крутая погода. Я, кстати, абсолютно равнодушна к кофе. Никакой зависимости у меня нет, даже наоборот. Я очень не люблю кофе и пью его только в экстренных случаях, когда очень надо быстро взбодриться. Сегодня как раз-таки такой случай. Моя стихия – это чисто чай. Я иду, не переживай. Фиксик тоже проголодался. Завтрак моего малыша. Как же мне нравится эта елочная игрушка. Ее мне, по-моему, в позапрошлом году подарила двоюродная сестра. Дианочка, тебе огромный привет. Она ее заказала в каком-то магазине. Отправила мне прямиком из Саратова. И вот эта вот прекрасная деревянная розовая елочка, елочная игрушка радует мой глаз на моей елке. Это, конечно, надо показывать вечером, так абсолютно ничего не видно. Я заказала новую гирлянду, она настолько крутая, можно использовать не только как новогоднее украшение, а просто оформление детской комнаты или как какой-то ночник. Действительно, очень крутая атмосфера получается с этой гирлянды. Ссылочку вам оставлю, если не забуду. И, кстати, вечером надо вам показать при выключенном свете. Big boy. Вот что значит big boy. В последнее время, кстати, он менее ласковый, чем был раньше. Раньше постоянно сидел у меня на ручках, постоянно ласкался. А вот после того, как я заболела, вообще не подходит ко мне, прикиньте. Вот выпила кофе, мигом сразу взбодрилась. Прям заряд сил, энергии куча. Буквально за минут 5-10. Мы с мамой махнулись комнатами. Поэтому в этой комнате спит мама. Я говорю максимально тихо, стараюсь это делать шепотом, чтобы ее не разбудить. Так, мне надо накрасить губки. Несмотря на то, что я иду к стоматологу, я все равно хочу хотя бы в дороге выглядеть более-менее. Поэтому, пожалуй, возьму вот эту помадку от Maybelline, которую я купила в Грузии. Здесь невероятно крутой оттенок, 630. А вообще я очень жду, когда наконец-то приедет мой столик. Я на самом деле уже опаздываю, поэтому нанесла помаду прям без макияжа. Так она смотрится не очень аккуратно. Цвет настолько красивый, настолько крутой. Вот вам всем могу посоветовать. Этот оттенок от Maybelline, он невероятный. Просто, мне кажется, подойдет всем, особенно таким белоснежкам, как я. Вот в тюбике помада кажется на самом деле темнее, но на губах очень даже круто. Я уже, кстати, привыкла к этому, когда в магазине выбираю. Мне кажется, что помада темная, а потом прихожу домой, я понимаю, что идеальный оттенок. А этот вообще я взяла на бум, там не было тестера. Я просто решила взять на свой страх и риск, потому что консультантка мне... Консультант
мне сказала, что все эти оттенки невероятно носибельные и очень крутые. То есть это прям хит продаж, самый крутой оттенок. Поэтому я послушалась ее в Грузии и решила взять. И, кстати, не жалею. А еще я хочу переделать ноготочки, но это, скорее всего, будет в следующем влоге. Так что обязательно пишите в комментариях, что мне стоит сделать. В прошлый раз я делала френч. В этот раз это такие блестки. А что мне сделать к Новому году? Может быть, какой-то интересный дизайн? Как вы думаете, обязательно пишите в комментариях. Я почитаю обязательно комменты. И в следующем влоге у нас с вами уже будет коррекция. Подробно хочу все это дело снять. Вы просто гляньте, сколько у меня жвачек только в одной сумке. Мне кажется, это просто какая-то болезнь. Приятный запах изо рта, мне кажется, это самая главная фишка каждого человека. И желательно еще и парфюм. Потому что, наверное, я сама очень щепетильна к запахам. Поэтому прям купаюсь в ароматах, как больная. Но вот этот аромат я купила в Duty Free. Там, кстати, значительно дешевле ароматы, сравнивая с нашими магазинами. Получается почти в два раза дешевле. Вот этот, кстати, от Moschino, когда я его только попробовала, он мне не очень понравился. Это Funny, по-моему, он называется. Да, Funny. А сейчас я просто кайфую от него. Он настолько свежий, настолько приятный. Все мне надо показать, все рассказать. Уже опоздала. У меня осталось всего полчаса. Поехать до туда гораздо больше. Вот прямо сейчас пришло уведомление, что я забыла пройти технический осмотр. Ну да ладно. Сделаем. У меня опаздываю, прикинь. Я не знаю, почему это зеркало вечно такое грязное, но в любом случае я сегодня в этом прекрасном пальто, которое купила в прошлом году. Подождите, в прошлом году его купила. Купила его недешево. И вы знаете, мне оно так нравится. Оно такого хорошего качества. Прям вообще. Так, я уже на месте. На удивление, я даже не опоздала, а приехала раньше. Все знаете почему? Я просто решила не ехать на машине, а поехала на метро. И получается намного быстрее реально, чем сидеть в этих пробках. Особенно утром. Особенно все едут на работу. Кто в школу, кто куда. И ты сидишь целый час в пробках. В последний момент я решила поехать на метро, просто потому что у меня машина, во-первых, очень грязная, во-вторых, техосмотр, время уже прошло, меня могут оштрафовать. Мы завтра или послезавтра обязательно с братом поедем и решим этот вопрос. Вообще, несколько дней назад мы должны были поехать и решить, но я просто заболела, как я вам уже миллион раз говорила. Я очень долго болела, поэтому не хотела выходить из дома, сейчас уже время вышло, и если меня поймают, то меня оштрафуют, поэтому завтра обязательно нужно решить этот вопрос. Сейчас будет самый важный процесс. Мы будем отпиливать мне зубки. Если честно, я вообще не боюсь, потому что я в руках квалифицированного специалиста, который мне сделает голливудскую улыбку. Но, кстати, об этом будет отдельное видео. Так, немножко кусочки я вам показываю во влогах. Сейчас вот состояние зубов моих. Цвета мы пока что не определились, но доктор рекомендует сделать самый белый из натуральных. Вы, кстати, в комментариях тоже писали об этом, но дальше посмотрим. Olacak ya necə ama dişlərini biraz soyuqdan qoruyarsan. Da. Həssaslıq ola bilər dişlərində. У меня рот немного онемел. Мне сделали временные зубки. Процесс занял где-то 3-4 часа, опил. Но мне, если честно, все в комментариях всегда писали, что вообще от зубов остаются какие-то пенечки. Но на самом деле это не так. Только один зуб сильно отпилили, потому что он стоит криво. В общем, дома вам расскажу. Возвращаюсь к вам спустя где-то 3-4 часа. Анестезия уже прошла, чувствую я себя замечательно. Сегодня я решила очень много своих вопросов на самом деле. Я очень не люблю один характер у себя, я все откладываю на последний момент. Мне уже полгода, даже больше, где-то 8 месяцев нужно было открыть свою электронную подпись. Я не знаю, как это переводится на русском, я знаю, как это на азербайджанском, но не знаю на русском. Ну, в общем, у меня должна быть электронная подпись, чтобы подписывать документы. Я это должна была сделать полгода назад, но как-то я обходила это все.
пользовалась какими-то программами, старалась как-то без этого обойтись, и у меня удачно это получалось. И до конца этого года была эта возможность это сделать. И вот с 1 января уже невозможно будет зайти в систему налоговой. Ну, в общем, очень длинная история. И, в общем, сегодня мне срочно нужна была моя электронная подпись. Я побежала просто с опухшим лицом решать этот вопрос. Но и на этом мои проблемы не закончились. Как только я пришла, мама для меня приготовила душпере и добавила туда сам. И теперь мои зубы желтые. Зубы желтые! Я их 100 раз уже помыла. Все равно не отмывается. На видео не сильно заметно, но в жизни это смотрится просто ужасно. Я просто уверена, что в комментариях опять возникнут вопросы. Это не виниры, это временные зубы, так скажем, чтобы я не осталась без зубов. А мои виниры уже в производстве, так скажем, в процессе приготовления. И я думаю, плюс-минус до Нового года я уже буду с отличными зубками. Ну а так меня в комментариях пугали. Ой, твои зубы так сильно отпилят, останутся просто пенечки. Ничего подобного. Вот только один зуб, вот этот вот, мне отпилили реально сильно. А все остальное просто сверху немножко прошлись. То есть не критично. Понятное дело, что уже все. Уже нужно будет постоянно ходить с винирами. Для меня это, конечно, была моя мечта. Мечта давняя, к которой я шла много-много лет. Я носила брекеты, я отбеливала зубы. И каждый раз эти процедуры не давали результат, который был нужен мне. Я всю жизнь мучаюсь зубами. Вот честно вам могу сказать, с детства у меня комплекс. И вот до сих пор мне никогда не нравились мои зубы. И наконец-то у меня есть возможность, у меня есть деньги, и я могу сделать себе зубы, которые я хочу. Поэтому я вас очень прошу не писать в комментариях всякие гадости, а деньги тебя испортили, уже не знают, куда их деть. Нет, я прекрасно знаю, куда их деть. Я зарабатываю тоже с трудом, скажу вам честно, но у каждого человека есть свои мечты. Для кого-то мечтает, например, посетить Америку. Путешествовать. Кому-то нравятся супердорогие машины. Я не получаю удовольствия от этого. Для меня сейчас самая главная мечта – это добиться идеальной улыбки. Чтобы я могла спокойно улыбаться и вот не закрывать рот вот так вот. Потому что сейчас это происходит именно так. Хотя, когда я носила брекеты, я думала, что все, зубки у меня будут идеальные. 3 часа мне, получается, пилили зубы, но процесс был совершенно просто безболезненный. Вам наносят анестезию. Уколов, наверное, 4-5, и вы абсолютно просто ничего не чувствуете. Мама как раз шла с улицы, попросила ее купить мой любимый десерт из Ассы. И как вы думаете, конечно, мама промахнулась, купила не то. Подобное я даже не пробовала, попробуем с вами впервые. И обычно эти десерты я всегда пью с обычным чаем. Надеюсь, что здесь нету никакого пигмента, и дальше мои зубы не будут фиолетовыми. Или еще хуже, коричневыми. Мы вроде сегодня собирались на боулинг, но, если честно, у меня вообще сил нет для боулинга. Можно просто погулять или куда-то сходить. Вот такой вот десерт интересный. Попробуем. Здесь вроде ананасик. Очень люблю ананас в десертах. Нежно. Мама сказала, с кислинкой она. Да? Да, я спросила, какой из них с кислинкой. Воздушная текстура достаточно. Она указала на это. Мама оправдание. Опля. Вау. А я сегодня не одна. Ой. Какая красота, Айка. Красота, да? Очень красивые розы. Очень-очень красивые. Заболези, ребятки. Как ты любишь розы. О, безумно красивые розы. Нежнятина, твиксина, посмотри. Посмотри, нам подарили цветочки. Yeah. Цветочки. Девочки, не буду держать интригу. Всем, наверное, интересно, от кого я получила такой замечательный букет. Это коллега мужа Нармины. Мне подарил такую красоту. Я сделала вид, типа, я не знала. На самом деле, я знала, что он мне собирается подарить цветочки, потому что мне по секрету рассказала Нармина и сказала никому не говорить, что я про это знаю. Но я сделала вид, что я не в курсе. Вау, как красиво! Нармина сразу сказала, лучше подари ей золото. Зачем столько денег тратить на цветы, которые завянут? А он сказал, что с
Цветошки хочу подарить, цветошки. Он правильно сделал. Да, сказал, что еще подарок подарим. Так что ждем, девочки, девочки. Так, это надо обязательно в воду. А сейчас мы с девчонками, вообще всей компанией, едем на боулинг. Наконец-то мы нашли Нармину. Ура, а у меня сеть наловила. Да, у нее телефончик сел, и вот мы никак не могли ее найти. Но наконец-то она на месте. И мы идем куда? В боулинг, да? Да, у меня, кстати, болит очень сильно правая рука, но я ей надо о ней идем. Эллен, а почему у тебя болит рука? Что я не знаю, считай на все аварка удали мне чух. Слишком много красила людей. Дороже всего боулинг в Денизмоле. Здесь мы за 4 человека за час игры заплатили 40 манат. Все было замечательно, очень интересно, круто повеселились, но в конце, когда мы уже должны были заплатить за услугу, нам сказали, что нас оштрафовали на 30 манат. Типа мы специально мечом попали в железную эту штуку, которая непосредственно собирает кегли. Но такого не то, что специально, такого вообще не было. Я снимала влог не только для YouTube, но и для Инстаграма азербайджанского, поэтому можно сказать, каждый бросок я снимала. Плюс еще что-то снимала Нармишка, и такого просто не было. Мы попросили предоставить доказательства, там все снимается, и не может быть такого, что у них нету видео, как мы специально, например, кинули этот мяч. Когда мы попросили предоставить доказательства, нам сказали, что окей, если не хотите, не платите. И действительно, такого не было. В общем, этот инцидент в конце немножко испортил нам настроение, но платить мы за это не стали. Мы пришли в одно из мест, так, не покажу, какое место. В общем, мы пришли покушать суши. Здесь такие роллы, очень уютная атмосфера. Боулинг поиграли на славу, просто людей было очень много. И как вы думаете, на чем мы остановились? Естественно, на самом большом сете, который... А, нет, есть еще больше, действительно. Макси-сет решили взять. Стоит он, кстати, 50 манат. Думаю, что всем будет достаточно. Увидела у Нармины в косметичке, мне так понравился этот блеск, это мой, его мне дарила Самирочка, это в оттенке 17, а этот мне тоже очень понравился, такие классные, крутые блестки, это 27 номер, тоже от Кика надо поискать, но обычно ходовые какие-то оттенки у них вечно заканчиваются, поэтому искать, наверное, придется долго. Внимание! Я сначала снимаю, потом уже начинаем кушать, посмотрите. Какие аппетитные роллы. Здесь Калифорния, Филадельфия. Есть здесь роллы также с чипсами. Это с чукой, бонита и мои самые любимые вот эти. Приятного всем аппетита. Налетай! Одну секунду. Я очень извиняюсь. Тут просто разговор идет очень классный. Но я вынуждена им помешать. Показать вам эти прекрасные спайсы с креветкой. Я уже дома, девочки, я просто не могу. Это слишком красиво. В прошлый раз, когда мне дарили большой букет, я его не разобрала. И они очень быстро завяли, поэтому, наверное, завтра я разберу этот букет и положу в вазочки. Сейчас это все у меня в ведре, но уже поздно. Я ложусь спать и, к сожалению, закругляюсь с этим влогом. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки.